Всем привет! Сегодня будет обзор ножа времен СССР, который называли «Нарзанник». Выпускались во времена СССР вот такие ножики. Они имели небольшой размер. Длина этого ножа в сложенном состоянии 8 сантиметров. Видна открывашка. Называли такие ножи «Нарзанниками» или пивниками, видимо, зависело от того, что ты пьешь. И если пиво, то это пивник. Ну а если уже на пиво тошно смотреть, то нарзанник. Тут на рукоятках какой-то цветочный орнамент. Нож вообще простой. Рукоять согнута из пластины. Тут два предмета. Клинок с режущей кромкой длиной 45 мм. И вилочка. Соседа в лях уткнуть. Шутка. Колбаску или шпротину в рот на закус закинуть. Выпускались версии с различным количеством предметов. Были версии со штопором. Выпускались они на различных заводах. Этот же нож выпущен на фабрике «Заряр Давыдкова». Продавались они повсеместно, от универмагов до ларьков «Союзпечать». Нож, в принципе, хоть и мелкий, но неубиваемый, ломаться-то тут нечему. Все из металла, но это на данном экземпляре. А так, видов разных масса, с накладками и без. На вторичном рынке сейчас можно найти великое множество таких ножей, и ценник на них невелик. Помню, подобный у нас валялся в ящике на кухне с надписью «9 мая». Где он сейчас, интересно? Я, в общем, потихоньку продолжаю собирать ножи СССР. Надеюсь, в скором времени приобрету еще какой-нибудь в коллекцию. А на сегодня это все. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До новых волнующих встреч!